Дим, хорош, будите уже. Дай это отдохнуть чуть-чуть. Суббота, Дим. Очередной матч в группе «Б». Встречаются «Мосэнергосбыт» и «Газпромтранс». «Мосэнергосбыт» обыграл в первом матче «Меридиан Энерго» 2-1. «Газпромтранс» ничью 1-1 сказал с транспортной компанией «Росгидро». И, значит, для «Газпромтранса» сложные очки нужно набирать. Хоть победами, хоть ничьими. И даже если проигрывать, то желательно с минимальным счетом, потому что судьба третьего места в группе «Б» может и будет наверняка решаться по дополнительным показателям. То есть по разнице забитых и пропущенных мячей. Я в этом практически уверен. Если не будет каких-то невероятных сюрпризов, то все решат забитые и пропущенные. Разыгран аут, мяч рядом со штангой пролетел. Довольно широко действует «Мосэнергосбыт», может себе позволить. Здесь фол достаточно грубый. Снова опасное создает МЭС. Аут! Хорошая комбинация от «Газпром Транса». Можно было бить сходу. Раундный перевод, ну уж слишком на ход товарищу. Здорово был пропущен в районе 6-метровой никого. Здесь слишком сильно велико желание МЭС забить. Понимают, что здесь нужна только победа. И этот груз, конечно, давит на плечи. Пока
с ним МС не справляется. Держит мяч МС. Чуть-чуть движений впереди не хватает желтым. Лидис. Держится в целом, видишь? Конечно, играть еще долго, еще может измениться не один раз. 3 минуты 15 секунд перерыва. Потом целый тайм. Вот какой прорыв. Можно выходить вперед Газпром-трансу. На выходе сыграно чисто, строго в мяч. Вратарь все видел. И арбитр тем более видел все и со стороны. Лиди ставит корпус. Выиграл борьбу. Три в два контратака МС. Дальняя. Снова мяч вязнет в центре. Ну, пора бы и пробить, действительно. Ну, увлекаются передачами игроки МЭС. Там аут. Пас, удар, вратарь молодец. Удар, вратарь не успевает. Поднять руки. 1-0. Первый пас должен быть вперед, надо повторить. Пас вперед, иди в сторону, да. Пойдешь,
Перерыв. Минута отдыха, потом продолжим. 1-0 пока. Второй тайм. 1-0. Мосэнергосбыт пока сильнее. Ну, очень здорово держится Газпромтранс. Не страшно даже сглазить. Контроль мяча от Мосэнергосбыта. Запутали они игроков Газпромтранса вот этими долгими комбинациями, кружевными перемещениями. Ну, обмануть Газпромтранс тоже не так просто. В первом матче они сегодня смотрелись не так ярко. Ну, по-моему, сыгрались. И что, вратарь влетел в сетку. А мяч остался в поле. Удар, вратарь здесь застигнут врасплох. Чисто вратарский гол. 2-0. Да, вратарь попал в собственные сети сейчас. Очередной прорыв Мосэнергосбыта здесь. Штанга помогла Газпромтрансу. Снова штанга, но, правда, теперь с внешней стороны. Сейчас было не опасно. Thank you.
Ох, какая досадная ошибка. Игрокам в желтой форме. Нужно за такое наказывать. Не рискует Газпромтранс. Если атакует, то как бы два игрока находятся рядом с центральной линией. Не подключаются к атаке полноценно. Отличная скидка. Вдвоем какую-то стенку сообразить тяжело. Ну вот снова атака захлебнулась из-за нехватки игроков. Ух, какой удар головой. Здесь нужно отметить навес. Под мяч подстраиваться не нужно было. Достаточно было сделать кивок. Пяткой обратная передача. Да, досадно. Как разыграно это было. Красиво. Может удивить Газпромтранс. Ну, Фомес делает свое дело. Себивает три мяча в двух голевых моментах. 3-0. Три с половиной минуты до конца. Вряд ли Газпромтранс удастся переломить ход встречи. Ну, главное не пропускать больше. Удар с лета. Штанга. Добивание. 4. Что там было зафиксировано? Резервный вратарь Газпромтранса. Циклидис. Вынужденно отходит назад. Здорово! Перекинут вратарь. 5-0. Циклидису вся надежда. 0-5 проигрывать, конечно,
Досадно, размочить бы счет. Лёв, Тивинов, тебя там где? До конца полторы минуты. Месс просто контролирует мяч. Им остается сыграть один матч против транспортной компании «Росгидро». Если выиграют там, то с первого места будет выходить в стадию плей-офф. Сильный, очень неточный удар. Тридцать секунд до конца. Это уже скорее просто вынос мяча, чтобы время шло, чтобы скорее прозвучал свисток. Удар, добивание будет. Нет, не суждено. 6-0 это уже совсем не по игре. Но счет все-таки такой. Будет сейчас разыгран мяч в центре и... прозвучит свисток на перерыв. После этого выйдут на площадку «Меридиан Энерго» и транспортная компания «Росгидро». Ну, давай, води его, води, води его. Так, все. Я понял уже тут. Так. Ну, там, если кто сможет, дай тебе чисто попить. А? Да.